Добрый вечер, Украина! Добрый вечер, Киев! Любимый я, Владимир Зеленский, специально для Чистоньюз нахожусь здесь, в сердце России. Я вам честно хочу сказать, что все истории, все легенды о том, что в России происходит информационная антиукраинская война, это все неправда. Я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день, и вас, бендеровцы, уже немножко недолюбливают. Вы знаете, здесь действительно очень демократично, здесь свободно, любой человек может крикнуть «Слава Украине!». И этого человека ничего не будет. Что касается Украины, главная топ-новость, и всем украинцев поздравляю, вчера Украине Евросоюз выделил еще один транш в размере 1,6 миллиардов евро. Очень жаль, вы знаете, очень жаль, я нахожусь здесь, в Москве, и не нахожусь в Украине, очень жаль, что я не могу поучаствовать в Дерибане. Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска с границы Украины. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают.